мы сегодня. До нас покрашусь. Еще мало-мало треба. Тут тоже. Замерзла тут. Где же все? Могу зайти? Нет, чекай, Най. Чай будет. Не копала. Я даже не знаю, завтра ты там будешь зайти. А где ты бежишь? Банк. Бери, конечно, кушай. Я вам чай просто-напросто сейчас же закипятила. Спасибо. Девчонки, у мам. Не мой да, потом суть же помыть, потом. О, сейчас дело идет брзо. Раз и. Thank you.
так думаю, что надо еще... Какие красивые. Что, ты уже все? Управила? Спагетти, салатик и просто. Просто кушается быстро. А готовится мало-мало долго. Вилочкой всегда проверяете, чтобы оно было мягенькое-мягенькое. Все прожарилось красиво. О! Видите, какое получается? Ага. Этому еще надо. Этому. Я все время забываю, а вы не забывайте, люди, когда будете это готовить, обязательно оливье. Потому что он потом будет гореть, и это нехорошо. Вот так вот. Вот так вот. Ох, какая красота. Да, тут. Наша Фатима куда-то убежала.
И еще какой-то такой маленький. Смотрите, по таве. Вот так вот. Закидываем мы наши шпагетики. Что там, Фатима? Знаешь, что мне сюда она написала? Да, до нас. Она будет первый раз готовить сегодня борщ. Первый путь. Захотелось ей что-то борща. Самое главное, мы не забываем о мясе. Вот, видите, пока я спагетти ложили, оно уже, видишь, как? Как ты думаешь, не мало спагетти? А ну посмотри, нам. Маловато, да? Мало. Мало. Еще одну надо, да? Ой, мой один, мой один. Сейчас будет. Закрываем. Так, смотрим, что тут у нас. Еще чуть-чуть. Еще мало-мало. Угу. Это уже можно. Главное, смотрите, чтобы не сгорело. Было мягенькое. Красивое. Лепо такое. Ой, наш один. Более.
шпагетти. Приготовим ему шпагетти. Все, достаем. Видите, какое оно все красивое. И это сюда. И опять мы идем же точно так же. О. И все время так. Как у меня спина болит. Хочу докажу, что не глядишь, ради нечто. Что делать? Что не глядишь, ради нечто. Тебе платим, что работаешь. Они правильно, что она учится. Когда меня не станет. Не попадает. Вот, она будет. То, что она мало вызвала. Потом готовить. Да, скажет, Яна так радила, да? Это я могу. О, пускай жарится. Мы смотрим наши эти, как его там? Шпагетти. Шпагеттики. Бинвы. О, целая кастрюля шпагетти. Знаете почему? Потому что это наш один. Он без шпагетти жить не может. Ну, а вам спасибо, что он без шпагетти, а я без плова. А ты без плова. А я знаю, что хочу? Пиццу хочу. Сегодня, когда поедем в магазин, купим этот, как оно, кукурузу, горошек. Кукурузу. Кукурузу. Кукуруза, как у нас, не совсем другая. Кукурузу. Окей. Кукуруза брашна или паленты, и удробишь млеко. Окей. Кукуруз, значит. Да? Правильно? Правильно. А кукуруза – нечто другое. Ага, окей. О, Арися, давай. Попа, мини. Кипело уже, это же я просто добавила, поняла? Угу. О. А мне как-то мне спорено с кем ты, уж ты мало имеешь, я твой мама, он посажала. Смотри, какая красота у нас получается, я, да? Я. Ты уже кушать хочешь? Я хочу кушать, умираю. Умираю, умираю. Ну, еще мало, еще чуть-чуть, еще мало. Я би. И я прикрепила стаканчики. Ты взяла стаканчики для сока? Да. Давай, бери. Я их как раз...